Трагедия под Ярославлем. В Даниловском районе в пруду, находящемся на территории частного дома, утонул 5-летний мальчик. Он приехал отдыхать к родственникам в деревню. Ребенок отправился гулять по участку, но когда взрослые спохватились, было поздно. Мальчика нигде не могли найти. Лишь вечером, вызвав все экстренные службы, тело обнаружили в приусадебном пруду. Следственный комитет возбудил уголовное дело.